Склонившись над разделочной доской, Антон Киприянов чистит и разрезает кальмара. Затем начинает готовить соус. Делаю соус устричный с медом и горчицей. Я сейчас это все прогрею, пожарю и, в принципе, все готово. На выходе получится холодная закуска из морепродуктов. Приготовление и подача деликатеса – это конкурсное задание на тренировке к чемпионату WorldSkills Россия. В рамках компетенции «Поварское дело» нужно уметь готовить блюда региональной, национальной и мировой кухни. Первый модуль – это у нас демонстрация нарезка овощей в черный ящик. Второе задание – приготовление салата оливье с перепелками и креветками. Главное, здесь нужно уложиться в 4 часа работы и подать блюдо вовремя, продемонстрировать свою технику работы. Права на ошибку у них не будет. Дисциплина «Ресторанный сервис» включает этикет подачи блюд и обращение со столовыми приборами. 100 раз проходили уже это, 100 раз оттачивали все задания. И сейчас я понимаю, что нужно просто выйти на площадку, ведь чемпионат уже через неделю. Нужно просто выйти и уже сделать все, что мы можем, а можем многое. Практически в каждом образовательном учреждении есть современные мастерские, оборудованные по последнему слову техники. Во-вторых, залог успеха – это высокий профессиональный уровень наших преподавателей и мастеров. На тренировке молодых кулинаров курируют бренд-шефы известных сетей. По словам организаторов, самых способных приглашают на работу в ведущие рестораны города и области. Повар – это сложная профессия, так как у повара должен быть вкус, должно быть стремление работать. А поварам нужно любить свою работу. Времени на подготовку остается все меньше. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» пройдет в Свердловской области с 14 по 18 февраля. Екатерина Тутова, Николай Палкин, Юлия Дегтянникова, Никита Соловьев. Новости 4 канала.